Кайдансыздар сиздер? Кайдан? В день референдума множество людей на участках фотографировались с бюллетенями на фоне урн для голосования и табличек с номером участка. На вопрос «Зачем?» одни уходили от ответа, другие объясняли, что делают снимки на память. Лишь некоторые признавались, что это отчет для руководителя. Жұмыс орнымыздан талап етіп жатыр. Дауыс бергендеріңізді көрсін деп. Сол үшін? Осы Алатаудан да бір мекеме, емханада жұмсаймыз. Мекемеде бір жұмыс. Мемлекеттік мекеме ме? Иә, мемлекеттік. Бірақ барыңдар, фотоотчет жіберіңдер, қабылдаған, қабылдамағаның өзің қоясың деп. Просто мен түсінбегенім жерде не қабылдап жатырмыз, не қабылдап жаңағы статьяларды оқу керек, оның бәрін. Уақыт болмады ғой. Сіздерге жұмыстан сұрап жатырмыз, суретке түсіріп жіберсін деп, сонда? Не себепті сұрап жатырмыз? Для отчетности. В это же время стало известно, что госслужащих и студентов посписочно проверяют на предмет голосования на референдуме. Референдумға дауыс беріп жатқан адамдардың басым бөлігі, яғни 50%-дан астамы, өздерін дауыс берген сәтін, жәшікке бюллетенді салған сәтін фотоға түсіріп атады, және бізге өтініш айтып, комиссия мүшелеріне өтініш айтып, фотоға түсіріп жүресіздер ме, отчет үшін керек еді. Жұмыстағыларға отчет беруіміз керек еді деген әңгімелер айтылды. Репортеры Азаттыка заметили, что на всех участках в качестве наблюдателей сидят члены правящей партии Аманат. Независимых наблюдателей практически нет. Вместо них представители неизвестных ранее организаций. Последние, к примеру, не замечали, как в кабинке для голосования заходят по двое. Некоторые были заняты чтением книг и в целом не высказывали желания внимательно наблюдать за происходящим на участке. На участке номер 20 в Алматы председатель комиссии референдума пыталась выставить за дверь независимого наблюдателя. Поводом послужило то, что, цитата, «ходит туда-сюда, мешает». На участке номер один в Нур-Султане наблюдатели от фонда «Еркіндік қанаты» Серика Бейсимбаева удалили из зала за то, что тот сделал замечание членам комиссии. На другом участке неизвестный напал на координатора этого фонда Акжола Маликова. В ходе референдума зафиксированы и вбросы бюллетеней. А на участке номер 70 в Шымкенте независимый наблюдатель снял на видео, как член комиссии складывает под столом пустые бюллетени. На участке номер 122 в Нур-Султане репортеры Азатыка заметили, что камеры наблюдения в зале заклеены бумагой. Члены комиссии заявили, это сделано ради обеспечения тайны голосования.